всегда не случайно искал биографию автора. Не причесанную, как у Давида царя, и псалмы изучая, историю кражи реактора. Этот поиск оправдан, иначе все чтение зря. Соответствие мыслей и слов, и деяний проверяю, как мент, подноготную самую суть. Ненавижу обыселы, это причина страданий поколений людей, не нашедших свой правильный путь. Я блуждал в лабиринтах, встречал пострашней Минотавра, указующих путь и дающих надежную нить. Засосав геноспинту, судила ревнивости Мавра. Только жаль, о Шекспире не смогли в кабаке разъяснить. Знал закон возвращений, пять друзей позади я оставил. Сотню книг изучил, это значит и сотню людей. Дал 2000 прощений, в арифметике жизни нет правил. И количество женщин не сходится с цифрой людей. Слышу крики налей на поминках моих, водка с пловом. Кровоточит уже рана там, где нельзя залезать. Но о жизни своей рассказал только детям условно, указав им вершины, которые мне уж не взять. Я на пике любви просидел много лет, не спускался. Пик надежды взорвал по дороге на Иерусалим. Сами ноги несли, на пик веры подъем не удался. Знать не верить — ошибка, что делать — на этом стоим. Тупики и ошибки засчитаны в километраже. Нет путей бесполезных, нам вычеркнуть те, что во сне. Смерть встречая улыбкой, спидометр Богу покажем. Он везде и увидит, в какой побывал вышине.